Видеофиксация согласно законам Украины разрешена. Так, убирайте. Нет. Согласно законам Украины... Я вам не покажу служебное удостоверение. Вот вы говорите на камеру, значит, по первому требованию гражданина Украины. По первому согласно закону гражданина, я показываю удостоверение. Показывайте. Но снимать служебное удостоверение нельзя, если можно. Вы правовед. Можно. Нельзя. Работа милиции является гласной во всех аспектах. Смотрите, пожалуйста. Прочитай вслух, пожалуйста. Покатилов Виталий Евгеньевич. А служебное удостоверение не снимается. Не-не-не. Вы не показали до конца. Можно посмотреть дальше? Срок действия. Седьмого на второго 2011. Какой полк? Звание. Да? Так выдано. Так, инспектор ДПС при УДАИ. Доступность. Все, да. Можно убирать. Да. ДО 02-31. 02-31. Так. Причина остановки, нарушение какой статьи закона вы пользуетесь, обвиняя и задерживая нас незаконно? Я вас законно остановил. Я вас остановил за нарушение, значит, ПДД. Какой пункт? 1.1. Пункт 1.1. Раздела 34. Значит, вы хотите составить административный протокол? А? Вы хотите составить административный протокол? Нет, я не собираюсь составлять. Законная причина остановки. Министр внутренних дел говорил. Законная причина. Профилактическая работа. Нет. Статья 21 закона о милиции подразумевает остановку только в трех случаях. Нарушение ПДД. Нарушение ПДД. Я вам нет сказал, нарушение какое ПДД. Нарушение у нас ПДД нет нарушения ПДД. Вы сейчас сделали. Мы не сделали. Вот это сейчас, что вы делаете все, это делается для того, чтобы избегать административной ответственности. А вы в данном случае пытаетесь фальсифицировать нарушение, которое мы не совершили? Фальсифицировать ничего. Да. Фальсифицировать... Ваши доказательства. В пункте... Ваша совесть. Наша совесть. Да. Ну, давайте мы не будем говорить о совести гаишника. Ваша совесть. О совести гаишника и о совести законно послушного гражданина Украины. Потому что последнее время, посмотрите, что-то с совестью, то Сучев битой угрожает, то тот, который не швец. Вы знаете, я не отвечаю за поступки своих коллег. Ну, к сожалению, так, давайте поэтому о совести мы не будем говорить. Так что, у нас совесть на уровне. Водители тоже есть разные. У нас совести на уровне, да. Мы законно послушные граждане Украины. Хорошо, фото-видеофиксация. Законное основание, пожалуйста. Ваше законное требование. Ваше законное требование. Вот в данной ситуации есть такое, знаете, у меня мнение сложилось сейчас, что вы специально этим занимаетесь. Ни в коем случае. Автомобиль как раз в угоне. Нет. Или нету документов на ваши, нем? Ваши законные требования я должны быть. Я вам сказал, нарушение ПДД. Нарушения нет, доказательства. Фото-видеофиксация в автоматическом режиме с сертифицированной камерой, которая пришла в метрологический осмотр и разрешена в использовании в Украине. Пожалуйста, предоставьте данные фото-видео. Ну а что смешного я сказал? Я ж не похож на дебила. Да ничего. Потому что это один-единственный прибор, ЕГИР. И тот, который вроде бы как запретили им пользоваться. Но мы при чем? Мы не нарушаем. Вот, видите, вы нас остановили незаконно. Я вас остановил за нарушение ПДД. Значит, статья какая? 122 часть 1. Нет, доказательства. Согласно КОАПу, статья 251, доказательствами является фото-видеофиксация в автоматическом режиме. Безосновательно, внутренний приказ, 3 единицы, 18.3 запрещает вам... обвинять есть, безосновательно. То есть вы утверждаете то, что если у меня нет видеофиксации... Нет, мы утверждаем, что мы не нарушили. А вы утверждаете, что мы нарушили, что не соответствует действительности. Это соответствует нет. Действительности. Вот 50 на 50. Вы говорите, соответствует? Нет. В вашем случае, вы как представитель есть. Власти, вы а, должны предоставить... Роман Викторович. Роман Викторович, вам не трудно будет выйти для автомобиля... Ни в коем случае, не выйду. Автомобиля нет, не выйду. Это для того, нет, чтобы вы убедились сами. Не из-за того, что мне что-то надо от вас, а просто, чтобы вы глянули на дорожную обстановку. Дорожная обстановка у нас в стране ужасная. Столько водителей, которые нарушают, но мы не являемся им. Я тоже водитель, просто не сейчас. Я водитель тоже, но в данном случае... Вы просто сделали маневр, объезжая яму, и выехали на встречную полосу движения. Нет. Ну нет, но вот вовсе нет. Так, покажите мне водительский техпаспорт в своих руках. Основание. Должно быть основание, законное требование.
Я вам сказал, свое требование... Оно незаконно, оно не является... Не буду. Нервную систему я тоже с собой с вами портить не буду. И если вы меня провоцируете на то, чтобы я вышел из себя, мы я все, не выйду. Мы хотим все делать по закону. Мы законопослушные граждане Украины в данном случае. Поэтому требуем с вашей стороны соблюдения закона Украины. А я вам сказал, вы нарушили. Мы говорим, не нарушим. Я... Мы не нарушили. Доказательство нарушения должно присутствовать. Ну как, вот у меня... Я буду уйти, а мне скажут, я убил человека, который вот... там, ну, я не знаю, Гангадзе. Я был причастен к смерти Гангадзе. Ну, вот мне ППСник остановит. Согласитесь, я не должен доказывать свою невиновность. У нас статью 63 Украины Конституции никто не отменял. Вы же понимаете. Ну, почему мы должны доказывать свои не... ну, как бы... То, что мы невиновны. Презумпция невиновности это называется другим языком. Да, я знаю. Ну, так что мы... Вот вы нас сейчас задерживаете незаконно. Я вам сказал. И в данном случае вы... Я вам сказал, что вы сделали. Мы этого не сделали. А то, что вы сейчас пытаетесь превысить свои полномочия, согласно Уголовному кодексу, 365-я статья... Я не превышаю статья, своих служебных превышаете. Полномочий. Вы нас задерживаете. А вы просто-напросто нарушаете пункт правил 2.1. Не нарушаем. Вы обязаны предоставить водительское и техпаспорт. Согласно законному требованию. А если я в чем-то не прав, согласно? То вы должны обжаловать... Нет. В установленном порядке. Там написано, водитель, дневный срок. Водитель обязан слушаться законных требований инспектора. Вам вот скучно. И поэтому... Абсолютно. Скучно вам. Не скучно. Вы просто решили надо мной поиздеваться. Так это вы над нами. Нет, это вы надо мной. Ну, вы знаете, ваши доводы, они никак вот не связаны с законом о милиции. Вот честно. Вы знаете, вот вы сейчас говорите о том, я вот просто смотрю... Опять на этот участок дороги. Вы там даже без нарушения проехать не смогли бы по-другому. Почему? А почему вы тогда здесь стоите и выявляете, пытаетесь, а не делаете так, чтобы... Почему вы не сделаете так, чтобы люди в таком случае, как вы говорите, не нарушали? Мы не нарушали. Нарушили. Нет, не нарушали. Не пересекали. Ни в коем случае. Нервы беречь надо. Конечно. И вам, и мне. Всего доброго. До свидания.